Max Brandon. Max Brandon. Fuck it, Max Brandon. Я патриархальный, я МДшник. А вот так нормально? Так нормально? Вот нормально сижу. Правильно, воспитывай патриархальных негодяев. Вот так. Сильнее нужно бить. Чтобы ножки вот так сдвинули. Саша, выйди. Ножки сдвинуть нужно вот так. Да мне собаки сожрут здесь. Не сожрут. Меня уже сколько раз жрали, я не мог отбиться. Ты столько раз здесь был. Да я столько раз ходил летом, ты не представляешь. Там больше тебя ходил. Конечно. Собаки нападали вот здесь. Да-да. Правильно, в матриархате мужчина должен смеяться над другим мужчиной, когда женщина издевается. Это правильно. И когда и женщина должна бить мужчину, это правильно. Мы... Нет, я борюсь с патриархатом. Помню, как ты разбила об меня мою картину. Это было настоящее проявление борьбы с патриархальным гнетом. Сейчас. Когда нет, ничего не надо платить. Женщина не должна платить в патриархате. В патриархате, ой, в матриархате женщина не платит. Я борюсь с патриархатом. Ни в коем случае не должен. Я должен платить. Давай, я заплачу. Чтобы не доставать теперь ты меня. Нет, я борюсь с патриархатом. Иди давай. Ударь меня. Боремся с чертовым патриархатом. Мэнспрейнинг. Тир ми. Все, что это сделали прекрасные женщинессы. А мы, мужики, мы можем только сидеть там, бухать, ничего не делать, короче. Она там отчитывает мужичонку, чтобы он знал свое место. Правильно! Смотри, до чего довел патриархат этот мир. Сумку я несу свою, но я должен носить 4 сумки. Чертов я патриархальный урод, ненавижу себя. В будущем нас будут сокращать, нас будут контролировать нашу рождаемость. Мы будем просто, чисто ради, как спермобаки просто и все. Не будем, нас не будет в обществе вообще. Сумки мы не будем носить, потому что нас не будет. Мы будем чисто для размножения только женщин.
И это будет круто! Это будет круто! Это будет круто! Круто-круто! Будет круто! Будет круто! Это будет круто! Патриархат пойдет! Патриархат пойдет! Патриархат пойдет! Патриархат пойдет! Патриархат пойдет! И мы все сдохнем, ура! Патриархат пойдет! Патриархат пойдет! И мы все победим! Ни одного больше вонючего мужичка, только прекрасные богинессы, и все больше, и на этот настанет тысячелетний рейх. Патриархат победим! Давай побеждать. Я должен за женщинессой закрыть дверь. Здравствуй, великая богиня-мать! Я борюсь с патриархатом. Великая богиня-мать, приказывай. Приказывай мне, богиня-мать. О, кланяюсь тебе. Что делать? Я борюсь с патриархатом. Я борюсь с патриархатом. Черт. Давай мне сумки, давай мне лопату, буду таскать, навоз копать. Давай буду навоз копать я, навоз копать, таскать я. Я пришел навоз, навоз таскать пришел я, навоз таскать. Нет, я борюсь с патриархатом, до пенсии не должен дожить я. Вы великие женщинессы, вы женщинессы, а я спермобак. Слушай, нет, я хочу работать, давайте на меня загрузите работу, чтобы патриархат свергнуть. Давай, перетаскивай землю, чтобы патриархат уничтожить. Я хочу уничтожить патриархат. Я ненавижу патриархат, я хочу уничтожить патриархат. Мы работаем над тем, чтобы свергнуть весь патриархат. Но мы каждый день помогаем женщинессам таскать сумки в России. Да, включите ему звоночек, который я слышу. Что-то я устал, надо копать навоз там.
чистить вилкой.